The only pictures that really succeed is a picture that is made for an audience. It's no good making movies for a small minority. Yes, there are some exceptions, but in the main, if you want a successful picture, it's got to be something which appeals to a wide audience. Прошу прощения, что без стука. Мы потеряли контакт со зрителем. Мы делаем неплохие картины время от времени, но их никто не видит. Значит, главная проблема наша сейчас, на сегодняшний день, это как-то вписаться в мировой кинопроцесс. Вот главная задача. К сожалению, мы не имеем зрителей.